С вами Комаров Виталий. Без юмора у нас, короче, в России ну прям никак. Многие, наверное, слышали, что произойдет акция 14 февраля, да? Или уже произошла. Я не удивлюсь, что кого-то как-то будут задерживать на этой самой акции. Но это все ладно. Дело в том, что у нас не всякий интересуется этой ядреной политикой. Многие даже и не знают, что будет происходить, когда будет происходить. Вот приходит у нас, например, такое вот время, летом, да? Ты такой человек, который не в курсах, что происходит у нас, не интересуешься, что, куда и как. Залез ты вот так вот в кусты посрать, да? Включил фонариком посветить. Вот я не знаю, зачем мы это делаем. Ночью залазишь в кусты посрать, да, и включаешь фонарик. Вот я сам так делаю. Для чего фонарик включается, не знаю. И в этот момент могут тебя загрести. И впепяхать тебе это самое. Штраф за участие в несанкционированном митинге. А ты про него и слышать не слыхивал. Да? И мало того, что участником, ты еще можешь быть координатором. Ты вот попробуй потом докажи в суду, что ты не срать ходил. Что ты не координатор, а срать ходил. Да? Не получится доказать. Но это ладно. У нас вот на одном из каком-то митинге задержали глухонемого. Его под руки хватит, он му-му-му-му, а ОМОНовцу какая нахрен разница этому космонавту? Му-му он там или чё? Прям-таки вторая часть утопии му-му. Ну ладно. Написали на него протокол, что он выкрикивал лозунги у нас на митинге. И его осудили. Что интересно, судья его судил в присутствии сурдопереводчика. Это тот, который переводит с немого языка на человеческий. И получается то, что у нас любой человек, который захотел посрать ночью с фонариком, да, он должен у нас сначала полазить в интернете и посмотреть, не происходит ли в это время какой-нибудь там акции, митинг, а то загрести могут. То же самое немой, сидит дом, да, надо сходить за хлебушком. Сначала в интернет, нет ли там какого там митинга, а то это... Ты загремишь, как это участник митинга, который выкрикивает лозунги. Вот такая вот у нас комедия. Ждем дальше, что будет происходить. Мне очень интересно, сколько человек у нас задержат, сколько у нас человек осудят, и сколько на этом заработает государство. Покедово.